Прогуливаясь по Иерусалиму, рано или поздно ноги просто сами приводят вас сюда, в самый центр именно еврейского квартала. И вот именно здесь находится одна из самых знаменитых стен на планете Земля. Это и есть та самая стена плача, стена того самого храма царя Ирода, стена разрушенного храма, в основании которой лежат огромные булыжники. До сих пор загадка, как они оказались здесь. Сами камни стены подогнаны настолько искусно, что между ними просто невозможно просунуть лезвие ножа. И вот именно туда вкладывают как раз верующие свои записки. Причем место является по-настоящему сильным. Что ты здесь, да, чувствуешь, и побывать здесь точно надо.